командование готовится к построению. А для вас вновь играет оркестр Павлова. Участники национальной студенческой футбольной лиги Крымский федеральный университет имени Владимира Ивановича Вернадского, Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, Южный федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет. Аплодисменты оркестру Павлова. Итак, команды выходят под футбольный марш в исполнении оркестра Павлова. Дамы и господа, мы приветствуем всех болельщиков и студентов и поздравляем вас с Международным днем студенческого спорта! Ну что ж, команды выстроились на поле, а мы готовы поприветствовать у нас уважаемых гостей, официальных лиц, всех членов исполкома Российского студенческого спортивного союза, друзья! Встречаем!
Приветственное слово предоставляется президенту Международной Федерации студенческого спорта ФИСУ Олегу Васильевичу Матыцыну. Добрый день, уважаемые спортсмены, уважаемые зрители, уважаемые гости. Прежде всего, позвольте от имени Международной Федерации студенческого спорта поздравить вас с первым праздником, Международным днем студенческого спорта. Он проходит сегодня, 20 сентября, по всему миру, в 170 странах. И, конечно, мы очень рады, что сегодня в гостях в Екатеринбурге, в Уральском федеральном университете, и сегодня вместе с вами присутствуем на чемпионате Национальной студенческой футбольной лиги. Я думаю, что не надо никому объяснять, какое значение имеет футбол, насколько он популярен среди молодежи, среди студентов. И очень рад, выражаю признательность Национальной студенческой футбольной лиги и, конечно, организаторам за то, что дают возможность вам заниматься этим прекрасным видом спорта. Я желаю вам честной игры, красивых побед, пусть победит сильнейший. Насколько я знаю, сейчас новый формат уже вводится в Национальной студенческой спортивной футбольной лигой, не будет ничьей, да? Я так понимаю, в любой игре будет победитель. Но, тем не менее, всегда будет эта честная игра, красивая. И желаю вам успехов не только на футбольном поле, но и в обучении. Спасибо. Спасибо большое. Также для приветственного слова приглашается исполняющий обязанности президента Российского студенческого спортивного союза Сергей Германович Сиранов. Дорогие друзья, у нас в России студенческий спорт последние годы развивается очень такими быстрыми темпами. И, что приятно, игровые виды спорта – волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей – развиваются также успешно, хотя для многих учебных заведений отправлять команды на соревнования – ну, достаточно дорого. Но, тем не менее, я благодарен ректорам ваших вузов, заведующим кафедрам физвоспитания ваших вузов, председателям спортивных клубов, которые находят возможность создать для вас условия, в которых вы могли бы продолжать заниматься тем делом, которым, я уверен, вы занимались, когда учились в школе. Наверное, может быть, кто-то начал играть с нуля, с листа, вот придя в вуз, но я убежден, что наверняка за плечами у вас до университетов был определенный бэкграунд, и в футболе вы не новички. Спасибо, что и в футбольное в Российском футбольном союзе это понимают, и создана Национальная студенческая футбольная лига совместно с Российским студенческим спортивным союзом. Баскетболисты говорят, что баскетбол – это самая умная игра с мячом. Можно спорить, но вот самая массовая игра с мячом – это футбол. С праздником вас! Спасибо большое! Также для приветственного слова приглашается вице-президент Российского студенческого спортивного союза, депутат Государственной Думы Российской Федерации Марат Мансурович Бариев. Добрый день, уважаемые студенты, дорогие друзья! Я от всей души поздравляю вас с началом этого турнира, первого такого крупного турнира студенческой футбольной лиги страны. Очень приятно, что география участников охватывает всю страну с востока до запада, с юга на север. Очень приятно видеть команду с Крыма. И хочу присоединиться к тем словам, что студенческий спорт в нашей стране развивается очень активно,
и интенсивно. Более того, студенческий спорт в нашей стране даже влияет на облики городов. Мы это знаем по городу Казани, мы это видим сейчас по городу Красноярску и в других городах, где активно развивается студенческий спорт. Это сразу отражается на культуре молодежи, на ее досуге, на формировании здорового образа жизни всех горожан. Я хочу поблагодарить Уральский федеральный университет, власти города Екатеринбурга, Свердловской области за то, что они создали такие замечательные условия для проведения этого турнира. И, конечно, хочу поздравить всех участников сегодняшнего мероприятия, в первую очередь студентов, спортсменов, с Международным днем студенческого спорта, который мы все празднуем впервые. И пусть этот день всегда выливается в такие большие спортивные студенческие праздники. Успехов вам! Спасибо большое! И от Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина вас приветствует организатор спортивного форума студентов стран БРИКС Евгений Геннадьевич Шурманов! Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые футболисты. Позвольте от имени ректора Уральского федерального университета Виктора Анатольевича Кокшарова поздравить вас с Международным днем студенческого спорта. Поздравить вас с открытием Национальной футбольной студенческой лиги. Пожелать вам успехов в учебе, в спорте и в жизни. Я глубоко убежден, что данный турнир даст дополнительный толчок развитию студенческого спорта. Развитию студенческого футбола в регионе, в области в нашей и во всей России. Желаю вам удачи. Я глубоко убежден, что победит сильнейший. Удачи вам. Спасибо. Спасибо большое. Также для приветственного слова приглашается президент Национальной футбольной лиги, генеральный директор Международной футбольной студенческой лиги Андрей Николаевич Стукалов. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня очень важное событие в истории. 20 сентября по всему миру отправляется Международный день студенческого спорта. Но именно здесь, в Екатеринбурге, эпицентр этого сегодняшнего международного дня. Именно здесь, в славном городе, приехал президент Международного студенческого спортивного союза Олег Васильевич Матыцын. И этот день будет вписан в историю как первый день празднования этого дня. И для нас огромная честь, что в рамках программы празднования Дня международного студенческого спорта сегодня у нас открывается первый турнир Национальной студенческой футбольной лиги. Далее, до мая 2017 года турнир пройдет по 29 городам Российской Федерации. И именно в Крыму в мае месяце мы все соберемся в Артеке и будем проводить финальный турнир, на который я хотел бы всех пригласить. И для нас огромная честь сегодня, что все члены исполкома присутствуют на открытии Национальной студенческой футбольной лиги. Поэтому разрешите первенство Национальной студенческой футбольной лиги 2016-2017 года объявить открытым! Звучит гимн Российской Федерации. We'll be right back.
Для всех участников открытия на поле приглашается шоу-балет «Феномен А». Под ваши аплодисменты, уважаемые гости. Что на нашем поле стало чуть теплее. Ну а для вас многократные чемпионы России, призеры чемпионата Европы, сборная по черлидингу «Феномен А». Встречаем на поле аплодисменты. Stop!
Ну что ж, сегодня уже состоялся первый матч тура между командами Южного федерального университета и Северо-Кавказского федерального университета. В серии пенальти победу одержал Южный федеральный университет. Давайте им поаплодируем. Ну что ж, а мы завершаем нашу церемонию открытия коллективом народного танца «Маруся Интернешнл». Встречаем под ваши аплодисменты. Членов исполкома Российского студенческого спортивного союза. Провожаем наших гостей и команды аплодисментами под музыку оркестра Павлова. Thank you.
Ваши аплодисменты, оркестр Павлова! Благодарим всех за церемонию открытия и переходим к матчам.